Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня 7 мая. И после вчерашнего снега, града, к нам пришли обещанные морозы. Вот сегодня утром я вышла, было минус 2. Вот сейчас где-то 0 градусов. Я специально пришла показать вам капусту, потому что я всю весну вам говорила, что капуста не боится мороза. Капуста может пережить минусовые температуры. Вот сейчас, которую я несколько дней назад высадила капусту, вот, видите, у нас вода, которая осталась, замерзла в лед. Земля, в которой растет капуста, замерзла в камень. Она даже не... Ну, бесполезно, ее пальцем даже не продавишь. И капуста, если некоторая вот выглядит хорошо, то некоторые экземпляры до того замерзли, что они такие, как прозрачные листики, видите? Но это еще не самое страшное. Ее может завалить снегом. Она может промерзнуть полностью, листья станут прозрачные, как бы стеклянные. Но потом, как только солнышко отогреет, она каким-то чудесным образом снова оттаивает и начинает расти. Я сама первые годы боялась высаживать в холодные грядки и удивлялась, как это после таких заморозков, минус 2, минус 3, когда она совсем, казалось бы, вот такая вот, ну вот лист, он вообще не живой. Ну ледяной, минус 2, минус 3 ночью было. Она оживает. Ну вообще чудесное растение после мороза, после такого. Как там корень выживает в ледяной земле, в полностью замерзшей земле, в камень. Но специально пришла вам показать, чтобы потом вы посмотрели через неделю или через две, какая вырастет вот с этой капусты рассада, что она не только выживет, но она будет очень сильной, закаленной и крепкой. Вот всегда говорю, что самая крепкая рассада бывает вот такая, именно выращенная на улице, не где-то в теплице, лотке. Именно поэтому ее высаживаю очень рано, потому что показывает очень хороший результат. Кто ни разу не высаживал в ранние сроки, вот в апреле на улицу, или если в сибирском регионе в начале мая прям на улицу вот эти маленькие саженцы, попробуйте ради эксперимента на будущий год или нынче несколько штук, и вы увидите, какое чудесное, очень выносливое это растение капуста, и какая получается крепкая, здоровая, закаленная рассада именно на таких уличных грядках, которые мы не холим, не лелеем, нигде не греем. Она не вытягивается, она будет коренастая, толстая. Ну все, не буду вас долго задерживать. Я вот показала, как чувствует себя капуста, которая минус 2 сегодня ночью пережила. Сейчас 0 градусов, земля замерзшая, вода замерзшая. Но капуста даже не вся замерзла. Есть еще, которая вообще стоит, как будто ни в чем не бывало.